Well, hello, Kemerovo Christian Center. Привет, Кемеровский христианский центр. Меня зовут Бенефис Джеральд, и я возглавляю служение, которое называется «Пробуждение в Европе», где мы видим тысячи людей, приходящими к Господу. Мы видим, как Господь наполняет стадионы, как многие церкви объединяются в одно тело. И наша миссия — это увидеть, чтобы тысячи, десятки тысяч, миллионы людей из Европы приходили к Господу, спасались в будущее время. И для меня огромная радость обратиться к вам в этом видео. Карина сказала мне, что у вас сейчас встреча, и мне хотелось записать это небольшое видео и сказать вам, поддержать вас, чтобы вы продолжали отдавать свои сердца Господу. Он стоит больше, чем что-либо мы можем иметь на этой земле. И иногда бывает сложно нам, возможно, служить Господу, мы чувствуем безнадежность, или нам тяжело служить Ему. Но Иисус сказал, что Его бремя легкое, иго Его благо. И Он не тот Бог, который делает для нас что-то очень сложным. Он тот Бог, который дает нам свою радость, и Иисус является нашей первой радостью. И мое ободрение к вам там, где вы есть сейчас, с Кариной, с друзьями. Молитесь друг за другом, укрепляйте друг друга в вере и просите Господа, чтобы Он пришел к вам очень мощно и сильно и дал вам такой огонь первой любви, который не умрет и который будет распространяться по всему городу. Люблю вас, благословит вас Господь.